Я хочу рассказать о ляпах с официального видео, с официального источника, потому что очень много людей не верят, говорят, что все эти разоблачающие видео, там, полетов космонавтов и вообще космоса, типа, это все монтаж, это нет таких видео на официальных каналах, на официальных сайтах, там, НАСА, да? И вот сейчас я хочу показать, что есть такие видео. И до этого я уже делал видео с официального сайта НАСА, показывал все эти пузырьки. Можете посмотреть у меня на канале там про пузырьки, которые и в космосе видны, да, когда космонавты около станции там проводки плетут, и видно в самой станции очень много этих ляпов с официальных источников, с официального видео. И вот еще одно видео, очень старое, называется оно STS-8 Challenger 83 года, опубликована она на канале International Astronautical Federation. Вот он, их сайт. Что это за такое? Это Международная астронавтическая федерация. Международная неправительственная, некоммерческая научная организация, которая занимается проблемами исследования и освоения космоса в мирных целях. Вы можете сами найти эту информацию, что это за такое. Так. Вот их канал на видео, да? Почему-то их не, потому что вот она ссылка на их сайт. Переходим на нее. Вот он их сайт. То есть это официальный источник. Ну, видео это, если каждый посмотрит, ну, любой компетентный человек, да, который, он скажет, что там это те самые астронавты, то есть это не фейк 100%. Я буду его показывать по... То есть я скачал его и буду показывать по видео. Вот оно. 15:52 видео длится это. Потому что в браузере мне немножко подвисает. Итак, какие же там ляпы? Самый известный, который есть во всех разоблачающих роликах, это где показывают станцию. Так, сейчас 3:30. То есть, которые есть во всех, вот, во всех разоблачающих роликах, да, ну, как часть там. То есть, там она, эти роликов очень много, больше там около 100, наверное. Но, в принципе, они все сшиты из примерно одинаковых, то есть, из одинаковых видео. Но они где-то там, кто находили эти источники, вырезали, да, и склеивали их как вот доказательство, что все видео подделка. И вот один из этих вырезок, вот из этого видео, официального видео 83 года, запуск там. Вот. Ну, наберите вот название в Википедии, да хоть где, в статье какой-нибудь, посмотрите, что это за запуск был. То есть, вот одно, вот оно, видите? То ли голова человека спалился и убежал. Вот, вот оно. То есть найдите это видео, не верите, да видите, там на заднем фоне кто-то это крутится. То есть это 100% не подделка, не фейк, это на официальном, как говорится, канале, можете это посмотреть, спросить у любого компетентного человека, где-то там, не знаю, как-то вот найти его в интернете. Но это не подделка 100%. Это настоящее вот видео, которое еще и в 80-х годах все это показывали. Вот смотрите, да, что это такое? Как они этот косяк вот пропустили? Да, вот оно, лицо. Это лицо. Вот нос, вот глаза. Похоже, да? Спалился, главное, так он резко ушел. И там опять какой-то фон. То есть
Не знаю, что это, но точно не настоящая съемка. Согласитесь же, да, не настоящая съемка. А что это? Ну, точно никто не скажет, но сказать можно однозначно, что это не настоящий какой-то объем. Так, это первое. Следующее. Так, 5:34. Там какая-то решетка появляется и исчезает. Так, что дальше? Вот тут сейчас будет где-то. Во. Ну, возможно, да, это какой-то этот, как его называют, косяк пленки или там что-то вот какое-то там, не знаю. Те, кто разбирается в монтаже, может быть, и скажут, что это там, ну, пленка поцарапалась или что. Ну, главное вот мне показать это, и пусть кто-то, кто в этом разбирается, скажет, что это. Эти ляпы есть, и они должны, как говорится, быть всеобщему обозрению. Так, дальше что у нас? На 5:42 виден некосмический фон тоже. Вроде все черно, да? Что такое? Вот, какие-то движения пошли. Что это, облака, что ли? Что это? Похоже, что, ну, где-то, не знаю, какая-то графика. Так, следующее у нас... Так, 5:05, 5:19. То есть там вот сейчас тоже будет, появляется обшивка, вот она, и исчезает потом. Видите, исчезла. Ну что, какая-то компьютерная графика непонятна. Как это вот объяснить? Несовершенство оборудования, что какой-то фон взял и исчез, да? Распарился. Так, следующее у нас 8:55. Вот. Космонавт спортом занимается. Сейчас тут появится предмет. Смотрите. Вот он. И вот тут. Видите, еще давайте. Вот он беленький. А вот еще какой-то. И он как будто плывет, да? Ну, возможно, это какой-то этот космический мусор, да? Но откуда он взялся? Вроде не было и резко взялся. То есть... Где-то они вот эти косяки пропускали, не смогли, то есть как-то не ретушировали, если это под водой снималось. Ну, по идее, если это космический мусор, он должен везде летать, да, какие-то там, не знаю, кусочки. Ну, я не знаю, чего там. Что там, мусора нету у них. Должно, если тут, как говорится, нет притяжения, все должно летать. Все нельзя закрепить, правильно, какие-то постоянно. А тут как бы ничего мы не видим, что летает. Или они постоянно все убирают. Ну, не знаю, это, в общем, не так важно. Но иногда вот появляются какие-то, да, летающие объекты, которые резко куда-то исчезают. Появляются из ниоткуда и уходят в никуда. То есть это какой-то фон. Так, в 9:55 там вроде виден трос какой-то. Ну, хотя, я не знаю, может это тесемка от шортов. Вот сейчас... Космонавт. Ну вот, то ли трос, то ли это тесемка какая-то у него. Тоже, под описанием этого видео очень много комментариев, где эти... По-английски, вот на 3:30, где вот эта голова мужика появляется. То есть люди просто удивлены, что пишут комментарии. Лицо человека в солнечных очках. Ну, и как бы ни одного опровержения, что это.
как бы с официальной, да, вот, где-то бы могли в новостях сказать, что это там, ну, какой-то дефект. Вдруг ниоткуда взяшься, с параллельных миров, наверное. То есть вот шароверы, да, кто вот говорит, что все это там монтаж, что они сами не ищут, да, ну, то есть не здравомыслящие люди. Они вот требуют показать это с официальных источников, нет, чтобы самим поискать. Я просто вот сам решил показать нескольким людям, которые мне вот задолбали, покажи мне, типа, с официального источника эти пузырьки, ляпы. 10 минут я поискал и нашел. Вот они, а что им следовало самим поискать? Они боятся разрушить свою веру в космос, что нас обманывают. Там буквально, ну не знаю, несколько минут надо, чтобы это найти с помощью поисковика, вот, с помощью, зайдя на эти официальные сайты. Кстати, тоже вот наш официальный Руснаса, да, тут у них, так, у них 50, сейчас 57 видео, и многие из них недоступны. То есть остались одни заголовки. Первое, это вот я хотел посмотреть вид Земли из космоса. 13-го года залили, то есть видео самого нету. Самое первое видео. И комментов нету. То есть вот он. Есть заголовок, а видео самого нету. Видите, что это такое? То есть, видать, оттуда и брали вот эти вот нестыковки, ляпы, да, и вот они удалили. Ну как, это официальный сайт или что это за... Кто следит за этим сайтом? Что это? Как нет видео? Серьезный вроде должен сайт быть, все должно быть нормально, это получается какой-то, не знаю, несерьезно просто. Дальше, следующее видео. Сейчас. Скрытая камера на МКС. Тоже видео нету. Или о чем говорят космонавты. Да, тоже вначале они разместили. То есть видео, в принципе, недавно. А потом, видать, что-то там нашли. И они его удалили. Ну, если удалили, почему они не удалили заголовок? Как-то непонятно все. Зачем вот этот пустой заголовок и ничего нету. Странно, что-то не в порядке тут вообще, прям жестко. Дальше еще, вот я хотел посмотреть, НАСА, сейчас открою, НАСА впервые покажет, называется, взлет ракеты в формате 360 градусов, прямая трансляция. Ну что мы тут видим? Так. Записи этой трансляции недоступны. Вот. Не успел я посмотреть, не увидел. Видео свежее. В принципе, ну, пару лет. Почему? Что они не могут удалить это? Этот косяк.